КНДР и Южная Корея проведут переговоры. Встреча состоится 9 января. КНДР согласилась провести с Южной Кореей переговоры на высоком уровне, сообщает агентство Ренхап. Встреча представителей двух стран состоится 9 января в приграничной деревне Пхангмунджом. Южная Корея предложила КНДР переговоры. Напомним, на этой неделе стороны возобновили диалог по восстановленной 3 ноября линии спецсвязи. КНДР и Южная Корея провели телефонные переговоры 3-4 января. Подробности переговоров пока не разглашаются. По материалам сайта newsgro.com.